заложить холст веществом. Хорошо? Угу. То есть у тебя задача здесь вроде бы очень простая, но как бы на интуицию и на чувство. Потому что все бледно, все еле-еле. Но нужен исполнительский шик, шик укладки, шик, вот такой шик должен будет возникнуть, да? Угу. А сначала вещества накидать. Угу. Чуть темнее, чуть светлее, чуть светлее, чуть темнее, чуть темнее, чуть светлее. Только белые и ПЦ. Да, ПЦ. Ну, там может еще какие-то краски использовал, но... Пожалуйста. О, попало. А вот этого. Вот он в разбиле станет вот таким добряком. Плюс немножко окрянности за счет, конечно, коричневого, но можно даже его хропой. То так, то сяк. Хорошо? То так, то сяк. Две кисти очень близкого необходимого размера. Не хватает темнот. Немножко не хватает темнот. Темнот. Понимаешь, вот сколько бы ты сейчас не рисовала. Он очень большой. Он едва заходит за вот эту линию. Там есть, смотри, целая какая-то полоса этому кончичку. Кончик стремится к середине, но не доходит. Да? Стремится, но не доходит. Может быть, где-то здесь. Вот эти вот крупные линии, их нужно выявлять. Они хорошая подсказка. И вот по этой траектории, посмотри, теневая прет сюда. Поэтому можно смело вот это все тенистое накрыть. Не торопись класть розовый. Почему? Потому что ты еще с рисунком не разобралась. А мы уже немножко пачкаем. Вот это тенистое доложить. 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 И уже в рамках теневого вот этого сидит стул. Вот так только, едва выходит. Другая сильная масса, это вот эта теневая, которая от стола по косой устремилась сюда. И он штрихом укладки демонстрирует ее косой характер. Ты правильно рассуждала, что это же горизонталь. Но он поступил здесь по другой версии. Он горизонталь выразил вот этой темнотой, а штрихом выразил направление света. Тем более, что ему здесь очень нужен был вот штрих по высоте, чтобы море стало штрихом по ширине. Вот, рассуждаем. То есть вещи элементарные, но их нужно подсмотреть и понять, почему он так поступил. Значит, темный каркас рисунка довести. Вот здесь поверхность. Ну что-то мне кажется, что у меня стол где-то не там. Так, врухаешь чуть-чуть. Врухаешь. Вот смотри, вот это... Вот для тебя общие линии ничего пока не значат. Посмотри, они как будто хотят выстроиться в одну линию. Вот эти две линии хотят выстроиться. Это не туда устремлена, а к той линии. Есть такое там? Угу. Ты понимаешь? Вот эти вещи надо научиться видеть. Так же, как вот эту струю. Ну, понятно, что вот эту, само собой. Но вот эта струя, она же целая струя. Вот это выстраивается в некую струю. Поэтому показать правдиво настроение этой палки.
здесь ровная деревяшка. А, ну чуть-чуть, да, ладно. Угу. Вот, и вот эти светики пока добыть вот таким образом, отсекая все, что требует отсечения. То есть еще прежде, чем мы уложим густоту, свет, конечно же, нуждается в густоте, прежде, чем мы ее уложим, мы синий прогоним, чтобы оранжеватость разбела зашла со властью. Согласна, да? Значит, уточнить рисунок еще. И заодно раздать основные вехи белого. Даже этим можно пока поставить намеком чуть-чуть здесь. Хорошо? Уже потом сюда придет кисть уложить мазочки. Очень вкусно сидит пока вот эта фактура. Если что, значит, уложить все-таки горизонтально до конца. Не вдоль этой трубы, а горизонтально. А труба перерубит этот. Ну давай. Побольше лежащей кисти. Побольше укладывательного. Если что, чуть-чуть разжижить краску, если она уже слишком творожистая. Вот такого вот укладывательного. Хорошо? Вот деликатная вещь, правда? Но в этом прикол. Она будет звучать. И главное, что на юге оно примерно так всегда. Голубой и контражур света. Это так часто встречающееся, что если ты придешь туда пописать, то вот эти контражуры света, такого вообще белого света, они там вопиют. Вот потом появится, да? Свет в полную силу. И желтиночка чуть-чуть. Смотри, то я с розовиночкой зашел. Теперь я несколько мазочков с желтиночкой. То есть вот это мерцание то желтоватого, то розоватого даст хороший эффект. Свет, да? Кричит. Давай. Ну, если что, меньшую кисть возьмешь. Но обязательно такую с длинным ворсом, не растопыренную такую, которая будет укладиться. Мазочки хорошие. Вот с мазочками у тебя уже получше, вот это очевидно. Ну вот еще сейчас научимся относительно основных вещей, да, композиционно работать, и будет вообще классно. Творог. Творог укладки. Вот такой как бы нервный. Как будто художник очень торопился. Хорошо? Лежачий к холсту кистью. Чуть коричневизна, чуть краснота подмигивает. Такой перламутр цвета. Даже если бы там не было бы вот на фотографии, могло бы вообще не быть незаметным присутствие теплого. Не верим глазам своим, потому что свет теплый. Поэтому приходит теплота. Теплота. Эта штука прозрачная, поэтому чуть-чуть светла. Крупный мазок тоже для шику, чтобы показать, что мы чуть-чуть кругленькие, подлиннее. Ближе к нам чуть-чуть, вот здесь. Вот его спинка. Хорошо? Прямо тихо. Легаренький. И здесь тоже, смотри, съедаешь напряжение композиции. Так, эта кисть неподходящая.
коротким ворсом. Кисть нам нужна очень редко, в основном с длинным. Вот в частности, вот эти вещи обязательно с длинным. Обязательно. Короткий ворс будет создавать борозду. А нам нужна укладка сверху, когда краска заслонила предыдущий слой. Поняла? Съела. Там есть движение. Как вот мы, когда человека рисуем, мы часто разворачиваем, если у него ракурс, мы его разворачиваем в фаз. Ну, потому что так нам попонятнее. А так и здесь. Скамейка, она же горизонтальная, и ты сразу стал ее разворачивать горизонтально. А она-то с уклончиком. То есть снижение обостренности композиции произошло, что невыгодно. Логично? Я минимум на несколько градусов опустил. Давай так. Ну, мазочки хорошие очень. С этим углом надо разобраться. Он бледнее, то есть еще с светлостью. И здесь светлого еще. То есть кисть, если что, затереть и даже сполоснуть, прежде чем укладывать вот тот цветичек. И даже чуть поджижить, может быть, ради плотности мазочка, ради плотности. И сбить это активность эту. Ну, как и вообще, точный рисунок всегда вызывает. Но в этом случае даже не точность рисунка, а очень ерунда по сравнению с самим состоянием. Поэтому, ну, был бы неточный стол чуть-чуть, ну и что. То есть это светлый, но не белый, то есть не бликующий белый. Это светлый, но не белый. Лежачая плоскость выражена. И лежачая плоскость там выражена. Вплоть до того, что придавить. Свет любит из-под теневой выходить. Теневая здесь, вот она. Просто любит. Из-под теневой вот в этом месте захотел выйти. Кстати, по-моему, отличная идея подать, потому что здесь счастье, ну, да. Здесь счастье. Цветы, стол. Да. Ну, конечно, там импровизируют с их формой принахально. Поэтому он тебя так запутал. Так, далечка. Ой, наполосатила напрасно. Thank you.
еще там интересный момент, который ты, конечно, не могла бы сама прочитать без помощи зрячего человека. Вот это плоскость воды. Это плоскость воды. Ты ее даже близко не заметила, освещенную плоскость воды. Что оно заканчивается не только мутатой, но и освещенностью плоскости. Причем дальше эта плоскость начала собираться в целое, опять в мутату. Но это место светлее, понимаешь? Без зрячего тут не обойтись. Тут так все в таких полутонах. Смотри, смотри. Почему? Потому что солнце упало сюда, а не на растворенное. А на плоскость тюкнулось. И появилась даль моря. У него она чуть-чуть выражена, и у него есть даль моря. У тебя ее не дохватало. То есть, что такое? Но это светлее, чем это. Mm-hmm. И это чудо. Это вкусно очень. Хорошие звуки набросаны. Так. Угу. Внятно синий по отношению к внятно не синему. Вот здесь. Mm-hmm. Я тоже понимала, что он более, более темно-синий, но не понимала, что он... Остренькость схода этого. А здесь наоборот. Посмотри, как он развлекается. А здесь наоборот, синий сверху, вернее снизу. То есть он грань выразил. Есть там некоторое утемнение, да? Ты тонально его близко нашла, но не донашла. Чтоб он не был там предметом круглого вида. То есть нужно, стоило было разбить на несколько мазочков. Посмотри, какая оттененность горшка. Сразу горшок. Вот это ступени ухода. Может быть, чтобы попонятнее была ли конструкция, прибавим туда. Там этого нет, ну, прибавишь. Есть там более светлое, да? То есть, которое тоже к Кастулу имеет очень внятное отношение. То есть, благодаря этому светлому, но хоть немножко различимы очертания с этой стороны.
Так. Ну, у нас еще вот это красивое развлечение есть. Постарайся с ними разобраться. В силу того, что я боялась, что вы скажете, что здесь у меня неправильно. Я понял, Антон, нормально, я понял, да. Все правильно сделала, значит, можно чуть-чуть соединеннее, даже если между ними нет внятной. Чуть-чуть соединеннее, чтобы они не так расходились. У него тоже есть вот эти вот мерцания. Угу. То есть ты их мерцание чуть-чуть недозаметила. Вот такие мерцания. Согласна? Угу. То есть та же тональность, только в другую сторону. Перерублено. Ну, так потихонечку. А так очень хорошая штучечка. И кривенькая хорошо. Ну, как бы красиво кривенькая. Ну, как по-твоему, интересная задача? Да, задача. Она чем-то похожа на одну из задач, которую я вот не помню сейчас какую, но где мы много вот этого света делали. И по-моему, хорошо, что мы ее сейчас снова... Так, непонятно, что вот это. Ну, ты правильно поступила. Непонятно, и так и поступила. А это не горшок. Это, по-моему, скамейка. А там какие-то предметы. А цветы как бы там за всем этим. Это не горшок. Так, хорошо? Хорошо. Испачканность на холсте. Все, понимаешь, все сразу. Все. Хорошо, тень подложила, отлично. Блик только не приметила. Так. А здесь, да, пробился свет сквозь стекло и ударился об эту стенку. Так, здесь не хватило вот этой верхней крышки. Там еще ты видишь, особенно не всматривается, он на состоянии. Но тем не менее, какие-то основы конструкции задают. Так, хорошо. Здесь у нас чуть-чуть светлая дорожка. Не может не быть. Так же, как и здесь. А в остальном прекрасно. Очень красиво. Так, это у нас нечаянный какой-то мазочек, его немножко успокоим. Такое ощущение, что он писал все время пощупавшись. Ну да. Потому что художники же любят пощупаться. Сейчас мы сиятельность немножко увеличим. Вот таким пришествием чистых белил. Они же сиятельны, вот когда раздавлены. Правда? Увеличивается несколько сиятельность.
Но, конечно, здесь мастихин не главный аргумент. Здесь, чтобы не сбить эту рыхлость письма этим самым кистью. А так, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Белую или цвета теневой. То есть как бы в окошко смотрим и видим этот прорыв света. Вот цвета теневой. Чуть смуглее можно. Чтобы было понятно, что это здесь, рама здесь, мы из окна смотрим. То есть грязный цвет сиренево-коричневый. Ну и желательно, чтобы она напоминала идею самой оконной рамы. Такой тупенький обкладывание, тупенькое, не рамочное. Такая вот. Ну, бывают такие простые решения рамок. Красота.